Пусть всегда звучат эти прекрасные голоса. Мы любим вас, белые крылья. Спасибо. Большое спасибо. Знаете, я просто хотел несколько слов сказать перед нашим следующим участником. Мы просто сегодня для вас пели, но не играли. А сейчас играет для вас самая молодая участница нашей группы, которая с нами играет. Встречайте, Вика Чепикова. Виктория, пожалуйста. И автором этой композиции, которую исполнила Виктория, является ее мама, Алла. Спасибо, Виктория, вы очень талантливы. Спасибо большое.